Упражнение на пресс «Султанчик». Исходное положение: лежим на коврике, ноги скрещиваем и разводим колени в стороны. И теперь закручиваем таз к себе, тянем колени к груди на выдохе. Очень хорошо работает нижний пресс. Поясницу стараемся сильно не отрывать, а именно концентрироваться на работе пресса. Руки на полу. Не забываем делать хороший выдох. Стараемся делать выдох, когда тянем колени, опуская таз, стараемся не бросать его на пол, а плавненько опускать. Тогда мышцы пресса находятся под нагрузкой больше времени.